До нашої студії сьогодні завітали організатори StudGames Раміля Габеков та Кирило Терешков. Вітаємо вас! Ну що ж, завершилися студентські ігри, можемо привітати команду переможців. Хто ж переміг і взагалі як проходив фінал? StudGames завершились, фінал пройшов. Для нас, так, к сожалению, для учасників, так як організувалась така сім'я, у нас побітєм стала організація, общественная організація «Чистий город». Ребята выиграли с небольшим отрывом, но они выиграли. Выиграли за счет того, что организовали социальный проект на высшем уровне. А за социальный проект давалось в два раза больше баллов, чем за все предыдущие, предыдущие финалы. Проект завершен. Ну, как для нас, у нас цель такая, что мы хотим это реализовывать каждый год, ежегодно, чтобы этот уровень данного проекта возрастал. Этот год был пробным, этот год мы сделали, ну, для нас это был пробный, а вот для всего города... Але перша спроба, хочу сказати, виявилась дуже успішною, тому що команди дійсно готувалися на професійному рівні. І щодо соціального проєкту, який додав перемоги команді «Чистого міста», хотілося б дізнатися, що це за проєкт, в чому полягала його суть і в чому його велика масштабність була? Ребята сделали на День дружбы, сделали мероприятие по названию «Вне ВК-фест». Мероприятие подразумевало собой то, что нужно дружить и общаться не только в соцсетях, но и нужно общаться и на улице. Ребята подготовили массу конкурсов, массу подарков они сделали. Было очень много людей, человек, наверное, 200-300 было. Там маленькие детки были, уже взрослые люди даже проходили, пели, танцевали. В общем, ребята сделали все на высшем уровне, они смогли сделать на улице Соборной настоящий праздник для людей. Поэтому мы дали им максимальное количество баллов. Також справжнім святом було нагородження переможців, взагалі фінал студентських ігор, тому що все проходило масштабно, гарно. Учасники змогли не тільки насолодитися перемогою, але й самим святкуванням. Хотілося б про це дізнатися детальніше. Финал у нас прошел в таком хорошем заведении нашего города, это Sky Bar. То есть мы там присутствовали на крыше, ну, все видели по фотографиям. Прошел финал, прошло награждение, мы с ребятами, ну, все обрадовались, команда обрадовалась, кто-то там расстроился, но никто не остался без подарков. Ребята за второе, третье место также получили призы, это абонементы в спортивный клуб. Джимстайл. Также, ребята, у нас был такой еще конкурс, мы организовали посреди проекта, мы организовали конкурс, решили сделать лучшая инстаграм-фотография, связанная с конкурсом StudGames. Также ребята выиграли, они запостили там, все каждая команда, да, около 50 фотографий, каждая команда запостила в инстаграм с проектом, мы выбирали, сидели. Бажание перемогти было просто колоссальным. Да, мы до ночи сидели, выбирали, помню, за день до этого. Потом мы с ребятами просто посидели, пообщались о будущих планах. Ребята все сказали, что мы не только, ну, этот проект не только, это не конец для нас, мы хотим также участвовать и в общественной жизни, также и поддерживать все, что делается в общественной жизни со стороны молодежи. Ну, конечно же, это не может не радовать. Так что, ну, мы согласились, и вот совсем скоро мы уже начинаем проект, и ребята будут также помогать, участвовать и уже входить в общественную жизнь нашего города. Не дарма ми сказали на початку нашої розмови, що ви гості, які будують наше майбутнє. Тому що, не дивлячись на ваш молодий вік, ви координуєте молодь, додаєте їм можливості формувати нові якісь соціальні проекти, створювати у життя їхні мрії. Які, можливо, проекти вашого життя, які ви б хотіли здійснити напередодні Дня молоді, хотіли б дізнатися, ви хочете здійснити, яка у вас мрія? На самом деле, самый масштабный проект, который хотели мы уже осуществить и закончить, это был StudGames. Самый сложный проект, который у нас был, мы к нему готовились больше 3 месяцев, провели его лучше, чем мы ожидали. Вот. Но на День молодежи мы тоже будем готовить там ряд мероприятий, будем ездить в детские дома. Вот. Сделаем небольшие там выступления на Соборной площади. Ну и там подробнее, я думаю, Рамир поделится. Да, у нас впереди много проектов, то есть это лето, так, по секрету всему городу скажу, что это лето мы хотим сделать спортивное лето 2017 для молодежи, в общем. То есть у нас сейчас такие большие планы, но уже анонс мы сделаем чуть позже, как вот
со всеми пообщаемся, там составим непосредственно конкретный план, потому что мы сейчас только от Судгеймса, вот пару дней как отошли от этого проекта, отдохнули чуть-чуть, но сейчас уже вот с сегодняшнего дня мы уже запланировали на вечер встреча со всеми, мы будем планировать план насчет дальнейшего. Тобто на молодь нашого міста і області дійсно чекає шалене літо і не буде часу на відпочинок, чи можливо навіть на марнування часу? Возможно, но лето это такой период, когда ну, дома сидеть не хочется, а на улице, как по мне, это, ну, конечно же, отдохнуть хочется, съездить на море и так далее, но и спортивные игры или какие-то спортивные мероприятия проводить летом, это просто ну, мечта для каждого, тренироваться в летний период. Також хочу сказати, що завершився етап першого року студентських ігор і мають можливість учасники відпочити за допомогою Дня молоді. Символічно, що завершився етап саме напередодні цього свята. Що ви пропонуєте вашим учасникам, можливо, взагалі молоді міста і області? День молоді, який пройде 24 числа, підрозуміє під собою дуже багато мероприятий, насичений, це буде дуже насичений день. Вот, управление молодежной политики организовало настолько ну, яркий день, что я уже вижу эту картинку, мне аж хочется быстрее, чтобы наступило 24 число. Значит, глядачі на задньому плані можуть також побачити афішу до Дня молоді 24 червня. І бачимо, що досить спортивний буде день велопробіг, фестиваль графіті, також фестиваль по брейкдансу. Що ще і чому саме ми розуміємо, що це буде спортивне літо, але дійсно насичена спортивна програма на День молоді. Да, будет велопробег, будет брейкданс, слайс будет во всей своей красе показывать и делать шоу для наших граждан. Также будет граффити будет турнир, также вечером будет концертная программа, приезжает диджей за границей. Да. Также, ну, это будет максимально молодежный день. В этом году вот, управление молодежной политикой пошло по такому, вот, прошло очень по правильному пути, так как они сделали максимально молодежный день, без всех вот, привычных концертов нас или привычных каких-то, знаете, там вот, как на соборной часто там кружки вставали. Это все классно тоже, но сейчас вот в этот день, этот день молоди, это будет максимально молодежный, максимально новый. И я уверен, очень запоминающийся, в первую очередь для молодежи нашего города и также, в общем, для граждан. Тренер, можна сказати, що ти, як студентський мер, керуєш студентською молоддю нашого міста? І чи впливає, наприклад, на святкування Дня міста, що він такий спортивний, те, що ти також полюбляєш спорт? Ну, даний день молодежі утвержден управлінням молодіжної політики, це все діло управління молодіжної політики під руководством начальника Олега Соколіка. С нашей стороны мы помогаем всячески, то есть мы будем помогать. Тобто идеи та паради надаете? Конечно, мы даем предложения также, но смотрите, велопробег почему? Потому что в этом году очень было много велопробегов. Наш Николаев, наш родной город, я, честно говоря, очень счастлив, потому что я всегда говорил, что наш город самый спортивный город, наверное, в Украине, потому что столько чемпионов нет ни в одном городе. И в этом году велопробег это яркое событие, на которое с каждым разом все больше и больше людей приходит, потому что это гражданам нравится, и это, в общем, очень яркое событие. Также брейк-дэнс, опять же, ребята, после того, как ребята зажгли, когда слайс организовывали турнир, когда пришел весь зал, вся юность была забита, всем это очень понравилось, все очень ждут следующих их выступлений. И также вечером диджей будет развлекать ребят, это буде класно, будуть танці, буде запам'ятаєшся. Наостанок нашої розмови хотілося б напередодні Дня молоді дізнатися, що для вас означає бути активним молодою людиною. На самом деле, активним можна бути в різних областях. Можна бути спортивним чоловіком, можна бути соціально активним. Но я вважаю, що бути активним – це в першу чергу бути полезним. Бути полезним окружаючим, близьким і обществу. Поэтому нашій молодежі хочу посоветовать, оставайтесь активными, участвуйте в мероприятиях николаевских, занимайтесь спортом и, конечно же, делайте добро людям. А ось для тебе, що означає бути активним молодим студентським мером, дійсно рушійною силою для молоді? Активним? Я присоединяюсь к словам Кирилла, это быть, конечно же, полезным для людей. Ну, в первую очередь для меня
я всегда люблю, вот у меня такое высказывание есть, и также вот и на выборы студенческой мэры я шел вот с этим лозунгом, что не словом, а делом. То есть активно это делать какие-то дела, не просто говорить или же там пиариться на чем-то, да, как можно там много всего видеть. Это просто это делать дело, за которое не кричит о себе, которое просто люди замечают и чувствуют на себе. Вот это вот быть активным по-настоящему. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашого ефіру. Бажаємо наснагу у створенні нових проєктів. Бажаємо продовження проєкту StudGames. Сподіваємося, що у наступному році буде ще більше учасників і ще більше нових ідей ви запропонуєте миколаївській молоді. На День молоді також бажаємо вам натхнення, успіхів, багато учасників у фестивалях, у велопробігах, у графіті-шоу. Також хочемо привітати вас з прийдешнім Днем молоді.